Мемориальный комплекс по улице Протапова кардинально преобразится к празднику Великой Победы. В этом году завезли около 10 кубометров грунта. Приподняли уровень клумб. Элементы мемориала будут отсыпаны декоративной мраморной крошкой. По заданию управления жилищно-коммунального хозяйства ведем работы по замене газонов на рулонные в количестве 200 квадратных метров. Также ведутся работы по посадке цветников в количестве 2500 штук. Подготовительные работы в стадии завершения. Уже завтра обновленные клумбы украсят зеленая трава и летняя рассада. Бархатцы и петунии ярких расцветок. Все работы завершат уже к 1 мая. Привели в порядок мемориал, покрасили, убрали территорию старого кладбища, назначили смотрителя. Со стороны набережной произведена замена секций металлических ограждений. Их покрасили, подкосили траву за оградой.